шестой шаг нашего пошагового ознакомления. Это повторное обследование. Важность повторных обследований невозможно переоценить. Когда вы становитесь владельцем прибора Smart Life, проходите первый курс набора программ Smart Life для антипаразитарной терапии, для очистительной терапии, то потом вы уже приходите к доктору, и он, делая вам диагностику, соответственно, составляет для вас индивидуальные наборы программ на прибор Smart Life. После такого обследования, после этого индивидуального курса лечения, вы должны пройти еще раз повторное обследование. Зачем это нужно? Бывает такое, что некоторые люди говорят: да, я прошел курс программ на приборе Smart Life, все замечательно, я получил свои результаты, и больше я не нуждаюсь в лечении, спасибо, достаточно. Но на самом деле очень важно поддерживать хорошее состояние своего здоровья на протяжении долгого времени, поскольку у вас может быть совершенно разные проблемы, и вы можете что-то одно уже такое, что более всего на вас влияло, уже вылечили, но что-то еще осталось за кадром, как говорится, и нужно еще дополнительно пройти обследование для того, чтобы узнать, в чем же причина заболевания, как ее решить и, соответственно, какие программы нужно поставить на прибор, чтобы чувствовать себя хорошо и в дальнейшем. Но бывает такое, что вы прошли курс программ, но ожидаемого результата не получили. Что же тогда делать? Конечно же, пройти повторное обследование. Во-первых, потому что мы собираем свои болезни очень долго, годами, да? Соответственно, у нас уже есть много хронических заболеваний, которые собирались годами, которые мы в своем организме накапливали и, соответственно, очень долгое время болели этими заболеваниями, они влияли на наш организм в целом и, конечно же, делали всякую свою нехорошую работу. Когда мы проходим повторное обследование, мы получаем корректировку от врача, что же поставить еще на прибор. Мы можем отследить, какие результаты мы уже достигли, какие не достигли, почему не достигли, что мешало достигнуть этих результатов, посмотреть уже более конкретно на ту проблему, которая не уходит, поставить другие программы, подойти с другого угла, да, соответственно, поставить именно то на приборе, что нужно для нас именно в тот момент времени, который у нас есть сейчас, для самого лучшего, самого быстрого получения результата. И когда мы составляем повторные индивидуальные лечебные курсы на приборе, конечно же, уже учитывается весь тот предыдущий опыт, и тогда мы имеем возможность поставить еще лучше, еще прекрасней комплекс. Ну и, конечно же, нужно понимать, что если у вас серьезные заболевания, то, конечно же, не всегда с первого раза мы можем получить результат. Иногда нам нужно и 2, и 3 месяца, и полгода поработать для получения такого результата. Но когда вы его получите, вы получите именно стабильный результат, да, который уже порешаете все свои эти предыдущие вопросы и будете дальше уже жить здоровой и активной жизнью. Поэтому обследование повторное очень важно, и его важность невозможно переоценить, поскольку именно при прохождении повторных обследований и повторного обращения к врачу вы и делаете себе задел на здоровое долголетие и здоровое будущее. Спасибо.